А мы с тобой росли в одном подъезде, когда весь дом был очень молодой. У нас с тобою разница лишь месяц, и в этажах мой третий, твой восьмой. Новеллы как друг друга мы возили, и на чердак сбирали сорванцы, и в первый класс нас вместе отводили по очереди твой и мой отцы. Ни телефон, ни соцсети нам не заменят встречи эти. Для них мы время всегда найдем, ведь мы по жизни идем вдвоем. Теперь я сам живу в